Короче, Ребзя, хочу показать ностальгическую доску, которая была когда-то моей, а теперь, ну, я ее продал давно, по-моему, своей ученице. Тут колесики еще от Джей, кайфовые, которых давно уже не видел нигде. Вот, это эликсир Циклоп, аналог Тантина, более бюджетный. Это, кстати, дочерний бренд с Лонг-Айленда. Вот, и Флекс, это третий. А еще было две доски пожестче. Медуза, второй Флекс, и первый Флекс Пегас. Они все три у меня были. И вот Циклоп самый веселый. Такая памп-машина, но по сравнению с Карусом это все-таки пожестче. И вот сейчас я прокачусь на нем, поностальгирую немножко. Блин, какой же это кайф, вы не представляете себе. То есть, когда даже в проекте не было Икаруса, уже были такие фановые дощечки. Причем Флекс 3 мне казалось тогда огромным, что он какой-то почти жидкий, а сейчас после Икаруса он кажется очень умеренным. Вот. То есть если вам на вторичке будут попадаться такие штуки, рекомендую обратить внимание. Вот, через меня их прошло около десятка этих досок. Паша просто их возил тогда в Россию. У него был какой-то с этим брендом контракт. Вот. И я их часто менял. Год катался, продавал, покупал новые. И пока на Loaded не перешел, это был, наверное, любимый у меня бренд. Фановая реально дощечка. Она легкая, упругая. Достаточно гармоничная по форме. Места хватает для ног. И даже она мне, наверное, чем-то больше, чем Тантин нравится.